Вот такое вот необычное начало. Ночь, море. Давно я не был на море, не ходил по отливу. А поскольку у нас отливы осенью ночные, то и ночь на дворе. Скучно мне стало, решил сходить. Ничего, конечно, не видно. Сейчас фонарями тут, короче, облеплю себя, чтобы было мне самому хоть что-то видно. Походим, побродим, посмотрим. Может, что-нибудь найдем. Если вы смотрите, как говорится, это видео, значит, что-то нашли. Если нет, то нет. Все просто. Ладно, сейчас переодеваемся, надеваем фонари и идем. Блин, хороший сегодня отлив. В 12 часов полный отлив. Я приехал за час. Блин, ну так нормально, это как воды утекло. В Невельске, кстати, ловят вот осенью по отливу ловят осьминога. Блин, я, конечно, хочу съездить на осьминога, но так ехать далеко. Это 2,5 часа туда ехать. Плюс это в час туда нужно приехать. Ну, всякие ракушечки тут попадаются. К часу надо ехать. Но мы печенку пока не собираем. А может, и печеночки насобираем сейчас, если вообще ничего не будет. Так вот, в Невельске ехать туда к часу. Там где-то часа 2-3 быть. Потом еще... Ну, короче, если вот переночевать, было бы неплохо так. А так, очень хочу съездить за осьминогом, но пока рука моя не поднимается на это дело. Ладно, сейчас походим. Город не спит, шумят там что-то. Походим, посмотрим. Давно я не был на море. Хочется что-нибудь деликатесов покушать. Ну и вообще вам показать что-нибудь. Такие красавцы тут ночные ползают. Куда-то пополз без клешни. Ночью еще пока рано спать. Такой запах, конечно, капусты. О, прям давно я не был. Соскучился по уже. По этому запаху. По запаху этому морскому. Ламинарии этой вот. Ну вот у нас первый, так скажем, улов. Это гребешок свифта. Небольшой. Прозрак такой хороший, кстати, воды. Многим не нравится он. А мне прям вообще очень хорошо заходит в плане того, что ты его сварил и целиком совсем скушал с пятачком и со всем остальным. Блин, забыл пакет, сейчас пойду обратно. Устрицы здесь всегда можно было найти, в принципе, в этом месте. Блин, там копают, короче, по-моему, там то ли яхт-клуб будут делать, то ли еще чего-то. Ну так вот, блин, мутная из этого вода, из-за этих работ. Так, еле-еле видно, что-то белое. Тоже мне, да? Вот не бусы вроде бы, а устрички есть. Но хоть устриц пособираю. Много, конечно, раковин. Вот ракушек валяется. Но пока попадаются только устрицы. Ну тоже хорошо, что. Собираем чуть устричек. В округе больше никого нету. Таких, как говорится, придурков, как я. Только один. Одинокий фонарь. Очень много еще капусты понакидало. Прям в прошлом году так ее много не было. И поэтому тяжело приходится ходить. И тем более под капустой что-то найти. Прям вот это все черное, это все капуста. Из-за нее вообще ничего там не видно. Вот и гребешочек попадается. Размерчик, конечно, маловат, но все равно приятно. Ходить, конечно, по такой капусте очень тяжело, очень скользко. Вот она. Не так много этой капусты.
скользко еще. Ночью, конечно, то еще удовольствие. Так вот ходить и искать морепродукты. Ну что-то захотелось мне вот чего-нибудь такого морского. И пошел. Давно не был. Тишина, спокойствие. Так вот походить. Конечно, маловато всего. Нужен шторм. Все сахалинцы ждут шторм. Это все собирается после шторма. Ну, когда никого нету, тоже можно что-нибудь найти. Такое вот наследие японского периода карафута попадается еще. Очень много осколков по берегу моря раскидано. Вот как трубач поедает ракушку. Он облепливает ее, потом просверливает в ней. Вот он, просверлил уже. Потом просверливает в нее такую вот дырочку и высасывает все соки из нее. Блин, трубачика потерял. А он мелкий все равно, пусть живет. Устриц хоть немного, но они, в принципе, есть. Как раз такой размерчик я люблю, чтобы небольшие и не маленькие. Устроим, так сказать, вечер французской кухни. Попробуем понять. Вот тоже вот валяется раковин. Это о чем говорит? Что гребешок есть, но где-то он там на глубине, не выкидывает его уже пустым, съеденным. Так вот приходится каждую переворачивать ракушечку и смотреть. Вот это вот целенькая. Вот без палочки, выручалочки не обойтись. Гребешка много, ракушек валяется, но все они почти, все они почти съедены уже, старые. Ну, есть потихонечку, так ходишь, собираешь 2, 3, 5. Блин, радует, конечно, то, что на Сахалине прям такая осень теплая. Сегодня у нас какой-то ноября, но на улице прям теплынь такая, так хорошо, ветра нету. Градусов, наверное, 10, наверное. Но тепло, прям погодка еще радует. Такая осень у нас. Бабье лето подзатянулось, конечно. Климат вообще прям поменялся на Сахалине кардинально. Так как лет за 10. Ходишь вот так вот, перебираешь. Очень много вот таких вот раковин. Уже мертвых. Гребешка. Гребешок есть там, конечно, на глубине. Шторм, шторм нужен. Нету хорошего шторма, чтобы все это выбило с глубины сюда на берег. Ждем. Вот он сидит, на камень забрался и кайфует. Смотрит с карифана со своим братишкой мелким. Вот же туха беззаботная, конечно. Блин, тяжело, конечно, ночью гулять. В принципе, он есть, гребешок. Но глаза сильно устают от этой ряби, от темноты, непривычно. И вот он, в принципе, на такой вот относительно небольшой глубине. Вообще он целое полчища этих головастиков. Вот они здесь кайфуют, нанюхались порошка какого-то и пузыри пускают. Тут их вон прям дофига.
Целое полчище, прям. Как тараканы. Морские тараканы будем называть их. Так. Обабашились чего-то и кайфуют, пузыри пускают. Так, дошел я до устричной банки своей, как раз тут водичка отошла. Ну, в принципе, тут на небольшой французский ужин я уже насобирал устриц. Сейчас еще здесь пособираю, они там вон беленькие есть, виднеются. И все, и на базу готовить это дело. Минут 40 я походил, 50, мне за глаза. Тяжело, конечно, глазам за глаза. Да и спать охота уже. Ну все, возвращаюсь домой. Все это готовить, есть и спать. Там еще эти нерпы орут. Я подошел там к кораблю, а там их лежбище. Разбудил, походу, их. Завод тут сверкает. Батарейка у меня уже садится на фонарике. Уже все тускло. В принципе, без устриц отсюда не уйдешь. Вот там устричная банка, там они всегда есть. Как это работает, я не знаю. Это вроде не бусе, не изменчиво, а устриц там есть. Устриц там всегда можно пособирать. Ладно, все, на базу, возвращаемся. Вон они там работают. Круглые сутки, день и ночь копают там. То ли углубляют, то ли пирс там будут строить, то ли яхт-клуб. Фиг его знает, там что Дорошенко что-то мутит тут. То ли они очищают от затонувших кораблей, которые здесь на мель сели, непонятно. Ну, работа идет прям такая серьезная. Ты экскаватора четвертый стоит на берегу, ночью, днем фигачит. Ладно, едем домой. Вон у нас, наш город ждет нас. Так, все, я уже на базе. Сейчас открываем устрицы. Вот у меня тут мой специальный устричный нож. Да не, обычный нож. Чтобы вскрыть устрицу, вот здесь вот есть на, скажем так, жопке такое место. Его нужно подковырнуть и надломить. Вот тогда она откроется. В принципе, это как бы не сложно, но и не просто. Надо главное найти вот это место. А вот здесь скрывать ее бесполезно, иначе вы там все поцарапаетесь и поранитесь, потому что края очень-очень острые. Так, сейчас скрываем пару устриц, чтобы их скушать, дабы скушать их сырыми и ощутить всю прелесть этого вот деликатеса, в кавычках, прелесть. Так, блин, лимона там у меня нету. Так, лимон я так и не нашел. Добавили соевого соуса. И пробуем все это соусом. Ой, как будто море глотнул с чем-то таким, с гребешком. Запил море гребешком. Или наоборот. Ой, спасет только пиво, только безалкогольное. Ой. Ну-ка, оно и спасает. Судя, неплохое пиво. Северная звезда. Северная звезда, свяжите со мной. Вы что? Я не понимаю. Я тут ваше пиво рекламирую. Мы против алкоголя. Алкоголь — это яд, вред и зло. Только командир этого не понимает. Ва, смотри, такое. Неплохое. Так, ну что, идем дальше. Мы просовываем так вот нож и потом уже вскрываем ее. Вот так это происходит почти. Тут еще важно не вылить эту водичку. Она тоже нужна. Надрезаем мышцу и чуть-чуть не так. Чуть-чуть можно еще. Командир захотел остренького.
немножечко. Выглядит, да, конечно, так себе. Вкус специфический на любителя исключительно. Так, ну и гребешок. Печеные устрицы я уже не буду делать. Сегодня уже все. Не хочу, не могу, спать хочу, устал. Завтра уже буду делать, заниматься этими печеными устрицами. Гребешок скушаю сырым. Самое, в принципе, оптимальное и вкусное. Свежачок вот так вот с васаби. Вообще прям замечательно заходит. Свежайший гребешок. Так вот предпочитают есть, по-моему, японцы. Просто сырой, с васаби, без соуса соевого. Ладно, на этом заканчиваем выпуск. Очень мало стали писать комментариев под выпусками и упали просмотры. Но ничего, мы не сдаемся, как говорится. Большое спасибо хочется сказать тем людям, которые еще пишут комментарии там. По-моему, Марина, зовут ее. Это, наверное, единственный человек остался, который пишет комментарии. Хочется ее поблагодарить. Ну и передать привет всем, кто смотрит еще. Ладно, всем пока, всем спасибо.